Добрый день всем! Привет, кто зашел, неважно на какую платформу, потому что ролик буду выкладывать где только можно, начиная с YouTube, Telegram, Zen, ВКонтакте, хотя ВКонтакте никак я не пойму, как выкладывать видео, загружать, но буду пытаться. В общем-то, привет всем! Хотела показать процесс, что у меня сейчас происходит, промежуточный по пошиву покрывала. Я вначале там показывала, как я начала только шить первые блоки, вот у меня уже тут такая вот стопочка накопилась. Осталось мне еще 6 блоков. Будет в общей сложности 36 блоков. Значит, все блоки по 4 штучки вот одинаковых. Из них я уже буду там составлять какой-то рисунок. Буду еще думать. Так, значит, вот такие вот блоки. Вот такие блоки. Так, вот в таком тоне. Все они примерно как бы тона поддерживают друг друга. Серо-синий, там синий вот фиолетовый здесь. Потом здесь бежево-серый. Здесь тоже серый немножко бежевый. Тут вот такие вот. Ну, в общем-то, цветовая палитра примерно варьируется туда-сюда, но друг друга поддерживает. Вот такие вот блоки. Здесь немножечко вот такие блоки поярче, здесь серо-беж, и здесь вот такие вот у меня нашлись лоскуты симпатичные, я решила их тоже применить. Так, это отсюда. Так, здесь теперь вот такие вот блоки. Так, вот еще тут блоки у меня более такие яркие. Так, это блок откуда-то у меня потерялся. Так, вот такие вот 4 блока. Так, эти вот у меня 2 пока. Еще вот в процессе. Еще 2 нужно дошить. Вот такие процессы у меня сейчас происходят. Что будет дальше, буду снимать, показывать позже. Спасибо всем, кто посмотрел.